Очередной выпуск новостей на государственном телеканале «Западная Армения». Здравствуйте. Главные темы дня. Вышел в свет 45-й номер журнала «Вестерн Армения». Очередное заседание Национального собрания Западной Армении. Опубликована книга Раймонда Рубена Берберяна «Огонь моих корней». КОП-29 пройдет в стране, где климату причиняется огромный вред, а права и свободы граждан с оппозиционными взглядами нарушаются. Мероприятие к 155-летию со дня рождения Комитаса. Боевой меч Андроника Озаняна выставлен в Музее истории Армении. Будущая звезда армянского футбола, 15-летний Абет Каспаров, стал игроком чешской «Спарты». Вышел в свет 45-й номер журнала «Вестерн Армения». На обложке нового номера изображен Гранд Динг. Динг был основателем и редактором газеты «АКОС», независимым журналистом, часто нарушая границы приемлемости в Турции. В стране, где табу редко нарушаются, он проявлял исключительную храбрость в области самовыражения и именно поэтому привлек большое внимание. Динг подвергался преследованиям в прессе и судебным искам по обвинению в оскорблении турецкого, что, согласно турецкому законодательству, считается незаконным. Можно утверждать, что смерть Динга во многом была обусловлена постоянным очернением его образа в прессе. В новом номере вашему вниманию представляем следующие темы. Воспоминания школьников, переживших геноцид. Комитас. Резолюция Международной ассоциации геноцидоведов о Республике Арцах. Столица Западной Армении Анны Ашот Арутюнян. В Западной Армении найдена голова богини Анаид. Армянская, английская и французская версия доступна по указанной ссылке. 25 сентября состоялось очередное заседание Национального собрания Республики Западная Армения. Со вступительной речью выступила председатель Национального собрания Республики Западная Армения Нелли Арутюнян. Госпожа Арутюнян поприветствовала присутствующих, отметив важность встречи с точки зрения обсуждения текущих вопросов и будущих программ Республики Западная Армения. Последнее официальное сентябрьское мероприятие Республики Западная Армения состоялось 26 сентября. Во второй части заседания участники обсудили текущие вопросы, касающиеся политических и дипломатических действий Западной Армении. В частности, были подчеркнуты вопросы защиты прав Западной Армении на международных площадках, разработки новых проектов и программ, которые будут способствовать стратегии национальных интересов. Книга «Огонь моих корней», автором которой является Раймонд Рубен Берберян, посвящена богатой истории и идентичности армянского народа, также национальным стремлениям. В книгу включены стихи и размышления, которые глубоко анализируют важность Западной Армении, подчеркивая связь между армянами и их исконной родиной. В своей книге Берберян выражает борьбу и сопротивление армянского народа, историческую боль, вызванную совершенным против армян геноцидом. Берберян подчеркивает важность восстановления прав армянского народа, в то же время требуя признать факт геноцида и вернуть армянские территории, которые временно находятся под чужим игом, в частности Турции и Азербайджана. Книга является важным напоминанием о тех исторических ранах, которые несет армянский народ, служит источником надежды и силы, открывающим путь к будущему, где армяне смогут восстановить свои исторические права и идентичность. 25 сентября в преддверии КОП-29 в Баку состоялся круглый стол по изменению климата и защите прав человека. Мероприятие было организовано при поддержке президента корпорации Карнеги Луиса Ричардсона, соучредителя инициативы «Аврора» Нубара Афияна, главы ЗТМБ Леа Селингман и бывшего директора Unilever Пола Полмана. Участники круглого стола были обеспокоены, что авторитетная конференция КОП была доверена Баку, когда в прошлом году из Арцаха были изгнаны армяне, а режим Ильхама Алиева продолжает удерживать армянских заложников. 26 сентября в 15:00 в пантеоне имени Комитаса была проведена церемония в честь 155-летия со дня рождения Комитаса. Об этом сообщили в Министерстве образования, науки, культуры и спорта Восточной Армении. При поддержке и финансировании Министерства образования, науки, культуры и спорта Восточной Армении в музее-институте Комитаса открылась временная выставка «Парижские встречи». В честь 160-летия со дня рождения Андроника Озаняна в Музее истории Восточной Армении состоялась церемония открытия временной выставки «Святое имя твое будут помнить веками».
Наследники супруги Андроникаса, это и Григор Деграняны, передали музею десятки новых экспонатов, принадлежащих полководцу Андронику, в том числе боевой меч, пучок волос героя, который супруга годами хранила как реликвию, также фотографии, документы и личные вещи. Член юношеской сборной Восточной Армении по футболу до 17 лет, 15-летний футболист Авет Каспаров стал членом юношеской команды чешского клуба «Спарта». Со 2 апреля у футболиста начался испытательный срок, и уже с 28 июля Авет был принят в клуб. Авет Каспаров родился 28 сентября 2008 года в Ереване. В беседе с изданием «Орор» юный футболист рассказал следующее. Любовь к футболу передалась ему от отца. Авет Каспаров – сын известного вратаря сборной Армении по футболу Геворга Каспарова. 6 лет начал тренироваться в различных клубах, играл в юношеских командах «Бананс» и «Урарту». Брат Авета Гор также участвовал в играх детско-юношеских команд, однако после поступления на факультет биохимии Ереванского государственного университета бросил футбол. Авет также является членом юношеской сборной Восточной Армении до 17 лет. 9 октября примет участие в матчах со сборными Словении, Грузии и Польши. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!